Семей возобновила работу конная полиция. Теперь в парках, скверах и на набережной за порядком следит кавалерийский взвод. Всего улицы города патрулируют 10 полицейских наездников. Особое внимание стражи порядка уделяют дачному массиву, где отмечается больше всего правонарушений. У нас кавалерийский взвод, там есть у нас своя конюшня. Все в рамках госзакупок мы закупаем корм. Содержится там, есть сотрудники, которые непосредственно занимаются. Полностью все отличаются всем требованиям, то есть отличительные, опознавательные, то, что там надписи, светоотражающие в ночное время.